зовут Женя Клевер, и я мастер хэндпоук татуировки. Прежде всего, я хочу быть честна сама с собой. А для этого необходимо заниматься тем, что ты действительно любишь. Татуировка для меня — это не просто работа, это то, что дает мне возможность и силы двигаться вперед, развиваться. Я довольно долго пыталась, знаете, найти себя, понять, кто я, какая я. И вот сейчас, наконец, я чувствую себя абсолютно комфортно и уверена, что делаю то, что должна делать. Я делаю татуировки в технике хэндпоук. Да, это медленно и энергозатратно, но это меня и привлекает. Это вырабатывает дисциплину. Некая ограниченность возможностей этой техники заставляет мою фантазию работать. Качество татуировки очень важно для меня, ведь это то, что останется с тобой на всю жизнь. Поэтому не имеет значения, насколько долго и тяжело будет ее делать.